В очередной шестой серии российского сериала «Желтый глаз тигра» вы узнаете о том, чтобы спасти сестру, находящуюся в заложницах у бандитов, Маша забирает из полиции заявление на коня. Маша признается сестре, что беременна от Сергея. Она едет в Москву, но Сергея не находит. Тот уже в командировке. Вернувшись, Маша сообщает Мише, что у них будет ребенок. Тот счастлив. Отца Сергея, полковника Звягинцева, насмерть сбивает машина. Мать Сергея упрекает Машу в том, что, забрав заявление на коня, она развязала руки бандита. Конь вновь хозяйничает в городе. Он ищет того, кто убил деда Коробейникова и завладел его картой немецких штолен.